Великобритания конституционная монархия. Абсолютно монархия. Вот это вот все. Не-не-не, не сдаемся. Давайте, не сдаемся. Ну, хорошо, а давайте попробуем теперь про Достоевского. Всем привет! Уже завтра я стану ведущей суперфинала, где 20 команд целеустремленных школьников и студентов со всей страны представят экспертному жюри собственные бизнес-проекты. На протяжении 6 месяцев они обучались основам предпринимательства и работали с наставниками. А еще на мероприятии вы увидите, какие разработки создает наша страна в области искусственного интеллекта. Завтра будет очень волнительный день для меня. Надеюсь, что все будет хорошо. Держите за меня кулачки, пожалуйста.